Я начинающий политик, вы-то опытный политик, наверняка не такой наивный, как я. И вы наверняка понимаете, что вот, так сказать, поговорка про ласкового теленка, она до определенного момента уместна, а потом нет. А потом невозможно двух маток, так сказать, сосать. Вам придется делать выбор. Вам, стране, вам, политику. Вы понимаете, о каком выборе я говорю? Вы согласны, что придется сделать выбор? Сосать предлагать кому-то другому. Мы нет, не собираемся делать выбор. Это русская поговорка. Ну, Павел, зачем вы эту вульгарщину? Мы, простите, это вы употребили. Это русская поговорка. Мы хотим строить мост между двумя полюсами, России и Европейским Союзом. И это, еще раз сказал, стратегия отношений с Россией неизменна. Мост. Стратегия на углубление с ЕС...